никакой реальной угрозы в большинстве, за исключением инцидента по бросанию молотого коктейля, не было. Люди мирно, спокойно стояли, показывали пальцем и забирали. Это говорит о том, что власть боится людей, и она готова нарушать законы в дальнейшем, защищая только саму себя. Формально существует заявка, это не стихийное мероприятие. Здравствуйте. Уведомление, да. Формально оно присутствует, это уведомление, на левой стороне Невского. И идем мы туда до реки Мойки и до Исаакиевской площади. Пойдемте. Да. Да. Документики, пожалуйста. У меня призывов никаких нет. Граждане, освободите, пожалуйста, проезжую часть. Не нарушайте правила дорожного движения. Пожалуйста, освобождаем тротуар для прохода пешеходов.